как вкусно! Мама, а что пьет тот мальчик? Он пьет фруктовый сок. А как делают фруктовый сок? Сок получают, очень сильно выжимая фрукты. Откуда берутся фрукты? Фрукты созревают на ветвях деревьев. Деревья растут на полях, которые называются фруктовые сады, где все они располагаются длинными рядами. Тракторы проезжают между ними и помогают людям кормить их и ухаживать за ними. Когда фрукты полностью созревают, их собирают с деревьев и грузят в большие прицепы. Тракторы отвозят их на завод, где из фруктов выжимают сок. А как сделать, чтобы деревья хорошо росли? Маленькие деревья сажают длинные ряды, и первоначально они питаются за счет солнечного света, воды и воздуха. Затем важно обеспечить им хороший уход с помощью различных специальных машин, которые присоединяют к тракторам, как, например, те, которые обеспечивают дополнительное питание деревьям. Чтобы придать деревьям желаемую форму, используют машины для обрезки веток, которые слишком сильно выросли. И, наконец, чтобы защитить деревья от болезней, распыляют лекарства, после чего нужно просто дождаться, когда созреют фрукты. Между прочим, из фруктов делается не только сок, но и очень вкусное варенье, а также многие другие продукты. А как фрукты растут на деревьях? Фрукты появляются из цветов. Пчелы питаются нектаром, который они собирают внутри цветов. Перелетая от одного цветка к другому, пчелы переносят цветочную пыльцу, которая необходима для роста цветов. Цветы постепенно превращаются в плоды, которые потом созревают и становятся сочными, сладкими и вкусными. Здорово! Я все понял! Поеду, соберу немного фруктов!